2 февраля в Баку состоялся молодежный форум, посвященный 25-летию Дня азербайджанской молодежи. В форуме принял участие президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев. В своем выступлении президент отметил, что когда в Первую Карабахскую войну Шуша была оккупирована, все считали, что это временно, что через некоторое время она будет возвращена. Люди, находившиеся в то время у власти, вместо того, чтобы освободить Шушу, давали пустые обещания о том, что Шуша сегодня-завтра будет возвращена, подчеркнул глава государства. Обращаясь к молодежи, Ильхам Алиев отметил, что Шуша была чужим городом для армян. Город находился в плачевном состоянии. Və Şuşada biz Şuşanı azad edəndə cəmi 1500 adam məskunlaşmışdır. Düzdür, onlar biz artıq Şuşaya yaxınlaşanda oradan çıxdılar. Amma orada yaşayanların da 90% hərbiçilər və onların ailə üzvləri. Yaxşı, bu erməni şəhəridirsə, niyə burada yaşamırsan? Niyə belə bərbad vəziyyətdədir? Niyə şəhəri məhv edirdiniz bu illər boyu?